Так, друзья, сели мы в машину к Чезаре, едем на очередной треугольничек. На душе очень неспокойно. Во-первых, потому что меня подслушивают. А я никому не говорю, что я занимаюсь прохождениями компьютерных игр, друзья мои. Это очень непочетное занятие в обществе. Поэтому это очередной мой антиобщественный трюк. Чтобы это общество... водить за нос. Так, вот так, так, так. А ничего, я считаю, что ему полезно. Так, сейчас направо. Направо, направо. Или налево. Вот, блин, как решить-то? Не, давай направо, а потом еще раз направо. Направо, потом еще раз направо. Там, потому что вообще будет долго объезжать. Вот я надеюсь, вот через эту загогулину. Вот именно. Look out! Это еще... Битлз еще говорили это слово look out, по-моему, в песне Helter Skelter. Что я могу, конечно, ошибаться. Так, вот сейчас мы под мост. Мостик, мостик, мосток. Ты ведешь нас на восток. И зачем ты нас туда ведешь? Все равно ты меня не проведешь. Нет, блин, опять я все равно сюда попал. Как так возможно-то, а? Блин, вот через эту петлю-то как долго ехать, а, ребят? Может попытаться через железную дорогу? Ладно. Поедем уж как есть. Сейчас вот там, когда доедем до изгиба, попробуем через перелететь. А, нет, там не... Вот именно. Там нет, видишь, тут горы загораживают. Просто как в дрожжи земли. Сигнал не проходит из-за гор. Подвинься, шериф. В общем, сигнал не проходит из-за гор. Так. Ну ладно, что, проедем. Тут еще, глядишь, вообще перевернемся. Или еще что-нибудь случится. А мы все-таки на миссии. Видимо, тут машина Чезаре имеет принципиальное значение. В другую же мы, наверное, пересесть не можем, как вы думаете? Так, так, так. Вот так, такого обочечника вы когда-нибудь видели вообще в жизни? Как... Не знаю, сколько я уже играю. 15 лет играю. И... Все время кажется, что в первый раз. Вот здесь. Так, сейчас мы едем просто по ней. Никуда не сворачиваем. Что такое, не понял. Это не я, это не ко мне. Какое же приятное чувство, когда полиция приехала не за тобой.